В этом видео вы увидите нарезку прохождения игры Terminator Resistance, в частности ее дополнение Annihilation Line. В этом видео я собрал забавные, смешные, интересные моменты. Нельзя сказать, что оборжешься прямо над каждым, но я посчитал, что это может быть любопытно. Приятного просмотра. Так, напишите громкость игры к громкости моего чудесного, чарующего баритона. Может мне устроиться диктором на телевидении или на радио. Сегодня в подконтрольной точке Skynet на северо-востоке Челябинска обнаружено внедрение одного отряда техком. Злоумышленники в составе 4 человек проникли на объект и нарушили целостность кожного покрова одного изделия типа манекен. Как бы сказал C-3PO... Машинки делают машинков! Какое извращение! А смотрите, прям санимировано, да, как он руку подставил. И все, видимо, на этом кончилось анимирование. Сейчас прикиньте, он полностью соберет, включит, и вся эта грядка еще за нами пойдет. Вот оно, вот оно. Южурал никель, видали, что собирает? Вот так вот. Южурал калтан. Калтан, калтан, калтан. Это когда кал не вышел сам. Я не командир, но это не мешает мне раздавать приказы. Всем бежать за вот эту дверь и стрелять в терминаторов. Как поняли? Как поняли, говорю. Все, побежали, побежали. Пошел, 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 вперед. А, в меня опять стреляют, и меня опять чуть не убили. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. Ты в 15 лет не так разве матом ругался? Я в 15 лет вообще матом не ругался. Ты что? Я был сам пуританин просто в 15 лет. Я слово «грудка» употреблял исключительно в кулинарных целях. Например, мой камердинер Петр принес мне свежую отварную куриную грудку. Но потом этот сукин сын запнулся об табуретку и облил меня кипятком, тварь, падла! Вот так вот я делал. Летает где-то, летает. Знаете песню, посвященную... Песню, знаете, посвященную летающему хантер-киллеру? Ты мой ночной мотылек, летаешь, летаешь, летаешь. Кто звал тебя на огонек? Сейчас ты ракету поймаешь. Виси, вот он. И еще виси, 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 виси. Прям промеж фонарей. Ха-ха, победа! Победа, друзья мои, я верю в это. Придут такие времена, и на обломках Hunter Killer напишут наши имена. Главное, на мину не наступить. Тут Т-600, прямо за стеной. Теперь он с этой стороны стены. Ничто так не сбивает с толку, как стена, да, Т-600? Судя по эмоциям, прохождение проходит тяжко. Тяжко, как каменный цветок у Данилы Мастера. Что, Данила Мастер, не выходит каменный цветок? Не выходит! Вот и у меня так же. Вот такой я меткий. Вот настолько я меткий, видали, насколько я меткий? Я настолько меткий, что сам себя в зеркале боюсь, потому что вдруг выстрелю в отражение и застрелюсь. Ух ты! Классный секрет. Они же не смогут по лестницам подняться. Они сейчас просто перегреются и взорвутся. Есть, есть. Прекрасно. Спасибо вам, разработчики, за такой мощный секрет. Просто под... Вот всегда бы так можно было. Вообще боеприпасов не потратил. Вот здесь где-то. Классная позиция. Бетонная плита и узкая дырка. Узкая дырка. Пошлая шутка мне пришла на ум, что типа это всегда хорошо. Но вы поняли. В плане можно ствол высунуть, просунуть. В плане узкую дырку. В узкую дырку можно просунуть. Ну да, ну как-то. Как-то так, в общем. В общем, понимаете, как хотите, но позиция хорошая. Все, пострелял, пострелял, походи, разомни. А то масло в бляшках застоится. Скрипеть будет. А вот новый терминатор Кайл Рис. Ему вообще пофиг, что его пытают мины взорвать. Я поначалу думал, может напасть и попробовать их убить.
Потом я их посчитал и понял, что плохая идея. Да их дофига. Давай найдем твоего отца, Риверс. Давай. Центурион. А как вы сквозь стену поняли, что это Центурион? Ну убери попу, попу убери, я стреляю. Убери попу. Ну ты ч... Да, боец. Есть. Нормально. Так, пока он... Достаем из широких штанин, достаем гранатомет безбрежных размеров и пуляем ракетой один, прям в Центуриону, в тело. Вот про что я говорил. А, у него гильзы даже летят, прикольно. Только они из ствола почему-то летят, не сбоку, а из ствола. Ну ладно, не суть, ладно. Что там? А, ракета! Я не убегу ведь. Да ёшкин ты кот, что за ракета у него такая? Сдувает вообще просто все, просто сдувает с карты. Все, что стоит на карте, все сдувает. Тот случай, когда твои оппоненты тебе больше... Уйди, я не вижу его! Барана! Да куда граната упала? Она... Видели, куда граната упала? Я кинул гранату, пробежал чувак. Она в него стукнулась и упала вот туда вот, где я стоял. Так, да, игры должны расслаблять. Я прям чувствую, как я расслаблен. Прямо расслабился на все деньги. На все 560 рублей. Да найдем мы отца, найдем, ты достал. 50-й боец в бой пошел отца искать. Как любите вы в играх, то сына искать, то отца. В Fallout 5, наверное, бабушку пойдем искать. Потому что сына искали, отца искали, бабушку осталось поискать. Шикарно. Самая быстрая атака в истории сопротивления. Ну что, давай, железяка окаянная, выходи на честный бой, Кощей Бессмертный. Точно, это Кощей Бессмертный, а я Иванушка-дурачок. Судя по моей тактике, конкретный. Так, железяка окаянная, получи род супостат железный. Не топтать копытом стальным земли русской матушки американской. Не видать тебе, басурманин, человечество, павшего к ногам твоим. Да где это слыхано, чтоб богатыри земли американской центурионам кланялись? По критам, по критам, по критам! Ах ты ж! Ракета! Ракета! Бежим! Бежим, Риверс! Это когда быстро ногами! Что-то твоя лошадь медленно ходит, Риверс! Давайте, давайте. Кроме меня-то кто-нибудь урон будет ему наливать? А? Тихо, слушаем. Слушаем. Ракета! Бежать, бежать, Речкин, бежать! Бежать — это то, что ты делаешь, только быстрей. А, на последний! А, победил, 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 победил. А я думал, меня победили. Вот так вот. Вот так вот тебе, Ирод Супостат, железный, окаянный. Вырвать пушку и написать в дырку от пушки. Я ставлю этому дополнению твердую пятерку по пятибалльной шкале.